It's not easy on my head sheets. It's not easy on my nerves. It's not easy on my conscience. It's not easy on my soul. You will call me a harlot. You will call me a harlot. Этот чемпионат для меня, наверное, наивысшая ступенька достигнуть мои поставленные цели. I'm with so much more, but I've got the heart of a hustler with a hustler's pain. I've got the heart of a hustler with a hustler's shame. I've got the body of a lover with a masked sprain. I've got the heart of a Чемпионат всегда является каким-то главным событием, наверное, любого мастера по эпиляции. И оценка качества твоей эпиляции непосредственно независимых экспертов и мастеров, которые уже шугарингом эпиляцию знают от и до. Очень понравилось. Спасибо огромное организаторам, потому что впечатления только положительные. Я думаю, что в будущем мы покорим еще не один чемпионат. Professional вообще супер. Я очень рада, что все-таки решилась и приехала сюда. Здорово, позитивно. Все участницы такие молодцы, очень интересно. Всем удачи! О чемпионате хочу сказать, что интересно, хочется приехать еще, очень хорошие судьи, все толком объясняют, то есть показывают, где надо что-то работать, то есть к чему стремиться, это самое главное. Здравствуйте, меня зовут Валентина Горовая, я судья чемпионата, который проводит компания Victoria's Professional. Никогда не думала, что это будет так сложно. Выбирать из лучших, потому что действительно девчонки большие молодцы, и зачастую я даже не могу отличить юниора от профессионала. Казалось бы, на очень маленький опыт, буквально у кого-то он 3-4 месяца, 5, ручки тянут на несколько лет. Очень приятно это видеть, все подготовились, у всех очень хорошие столы украшены. Видно, что не просто так пришли, что искали особую стилистику, все делали в едином стиле. Но больше всего меня порадовали работы.